домашними яичками. Лучок наш вырос, а там варятся собаки. Вот так вот. Сегодня будет снимать наш выходной Полинка у бабушки. А я с мальчишками будем делать вольер. И, в общем, много всего разного. Еще мы ждем гостей. Так, мы в магазин пойдем сейчас. Заберем. Подгузники сейчас должны прийти на Озоне. И сходим, купим кокрушечки. Кое-чего. Огурчик. Укропчик. Что там? Квас? Квас еще надо. Сейчас пойдем, Сенечка, сейчас. Товарищи гуляют. Маленькие козявочки. Козявочки, поедят тут и всем. Так, в начале мая поеду еще за одной козочкой. Выбрала себе одну. Ей что будет, 2 месяца. И уже 2 месяца. И, в общем, придумала уже имя. Будет она у нас Занинка. Кто будет? Порода Занинская. А кто? Козочка. Имя. Барби. 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 А фамилию? Фамилия у нее, наша фамилия будет у нее. Чеснокова Александра. Кого ты фигню городишь? Вот. Так что сейчас пойдем усыплять Арсюшу. А потом, после гостей, уже пойдем гулять. Козочек выгуливать. Я вообще буду сейчас гулять. Вот такие дела. Я устала. Вот он наш будущий вольер. Арсюша, не убегай. Очень даже неплохо. Очень даже хорошо. Угу. Макс, уйди, не забирай у него печеньку. Лепишка. Где-то что-то топят. Интересная у нас построечка будет. Мне надо до конца малину все, наверное, вот сделать. Тут тоже хоть чем-то полезным заняться. Да, Сенечка? Всем привет! Я сегодня готовлю сосиски в тесте. Начинаем, скажи, с теста. Начинаем с теста. Молоко, сахар. 200 грамм, вот верный стаканчик только наберу, вытереть, чтобы он выступил. Мама, кто завязывал? Не знаю. Помочь, да? Мне как будто 9 лет. Ой, мне и так 9 лет. Хорошо, что знаешь. Молоко, ой, мука. Мука. Вот сюда аккуратненько высыпай. И вот сюда. Мимо не сыпь только. Сенечка, пряник жует. Столько? Да. Раз, два. Я сама не сделала. Угу. Теперь надо размешать. Не надо. Теперь 2 столовые ложки сахара.
проходили. Ну, потряси, потряси. Теперь размешивай все это аккуратненько. Так, я пойду яичко помою. Чего ты можешь, Лядки? Кушай, кушай. Хорошо, перемешивай. Так, перемешал? Да. Теперь сюда наливаешь молока. 130 миллилитров. Вот литра. Ну, меньше, чем половина между ними, понятно? Сначала потряси его. Сейчас он сверху сливки. Так, вот так прокали эту штуку. У меня больше ничего не железного. Что можно еще использовать для этого? Вот столько? Так, ладно, да. Пошел, следите за Сенькой. Сюда же. Так, масло. О, первый раз получилось. Сразу идешь выбрасывать. Первый раз. Сеня. Мама, я масло гребаю. Уже зовет. Так. Не надо большие обороты. Начинай с маленьких. Мешаешь, Лёша, мешаешь. Лей, лей. Лей. Не брось это, лей. Просто вынуть, надо будет ещё молоко добавлять. Пока это всё. Мешай, 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 мешай. Сеня. Сейчас посмотрим, что получается. Угу. Хорошее тесто вообще получается. Да, еще такое вкусное, наверное. Подожди. Только тут яйца. Ну, конечно, яйца. Честно, без яиц не получается. Асюша, вот твой пряник. Теперь распечатывай сосиски. Раскидаю, солнышко. Сейчас достанем палочки. Теперь. Наши палочки. Ох, там только одна. Все, распечатывай. Я не знаю, наверное, их разрезать. Мама, надо. Не балуйся! Да.
Помой с них. Сибирский пес, да? Что, так делается? Думаю, зачем тебе? Возьми ножницы или еще что-то. Мы так будем долго с тобой. Все, я уже вторую пачку сделала. Ты делай пока вот эти вот сосиски. И первая симпатичная такая. Да. Где осталось три сосиски? Девочка. Очень мне нравится. Нет, не должно быть таким большим. Палочки ломай. И надо мусор убрать. Сеня, сюда нельзя. Как бахнешься тут, нельзя. Сеня, я хочу готовить. А. Комната Сеня, все, и Сеня там. Последняя. Последняя должна быть самая вкусная. Да? Сеня. А теперь пончики сейчас пойдут. Мама. Да. Я хочу пончики. Иди, Дима, дай что. Давай быстрее соскребай. Ладно, давайте слушай. Парни, парни. Вот наши сосисоны. Мама. А? А папа мужик? Конечно, мужик. А чем отличается парень? Вкусненько. А? Вот я вкусненько. Идем оценивать вольер с девчонкой. Девочки, за мной. Пойдемте. Девочки. Пошлите, оцените вольер свой. Пойдемте. А вы давайте лук не полезный. Гляди. А. Сеня пляшет. Так, ножки убираем. Пойдем. Когда я пап. Ой. Когда Катю любил, я включала ее. Заходим. Оценивайте. Принимайте работу. Всё. Как вам тут? Только надо сено сюда. Мама. Что? Ты меня закрыла здесь козами? Я ее не могу так. Ну не направила. Арсюша. Я ее
ее ценную на 5 баллов, потому что Сеня не хочет туда заходить. А здесь я не на 5 баллов, мне вот это вот место не нравится, они чуть навалятся на нее. Надо вот это вот место усилить, потому что это же козы. Сейчас их еще несколько штук будет, они тут вообще все провиснут вот так вот ножками. Не выпускай, пусть здесь пасутся. Ну, в общем, надо еще будет доработать это место. А так можно уже спокойно гулять. И они гуляют, и мы. На меня сосед что-то недоброе посмотрел. Какой? Дед Саша, что? Кожечка моя. Мама, а сегодня еще отдыхает? Угу. Кстати, тут вот такие вот жуки ползают, такие вот, это длинненькие, ага. У них много очень лапок. Угу. Сороконожки. Да. Они еще так ползают, так ползают. О, как не ползают. Как змея. У нас ремонтантная малина, яблонька. Надо их прикончить. Бил. Мама, вот они у меня. Все, я унеси их нахрен, в туалет выброси. Еще не хватало на девочку. На новой яблоньке. Вот, в общем, ремонтантная малина. Макс, ты что там делаешь? Там тоже малинка. И вот это вот место убрала. Все заросшее было этой посленом. Надо будет еще вон там возле вишни прибраться. На следующий день. Музыкальный вечер. Не
торопись. Почему бас плохо работает? Нормально работает все. Надо, по идее, все кнопки надо знать. Да. Я знаю все. Это бас, это мажор, это минор, это сальто. Давай еще что-нибудь. Это ты сейчас какую играл? Ты сыграй под горкой, тебе завтра ее сдавать. Мы с вами будем прощаться. Все остальное сегодняшний день я уже покажу в следующем видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Арсюшенька, попрощайся. Скажи пока-пока. Вот. Ну, мы тут качаемся на качельке.